Гороскоп на 15 января 2023 года для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра! Воскресенье – день лучше всего подходит для спокойного отдыха. Важные встречи и далекие поездки лучше отложить. Нежелательны серьезные физические нагрузки, стоит воздержаться от излишеств, поберечь себя. Вечером возможно обострение хронических заболеваний. Хорошо складываются отношения с близкими, вы легко находите общий язык с теми, кто вам дорог. Хуже обстоит дело с новыми знакомствами, поскольку есть риск попасть под дурное влияние, довериться тем, кто этого не заслуживает. Будьте осторожнее в расходах, лишние траты вам сейчас ни к чему. Личный гороскоп. Крайне неблагоприятный день. Существует вероятность значительных финансовых потерь в результате кражи, ограбления или неудачной покупки. Избегайте конфликта с незнакомыми людьми. Ваша отвага и смелость на этот раз могут сослужить плохую службу. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Овен. Этот день окажется для Овна весьма сложным и напряженным. Возможны травмы, аварийные ситуации и заболевания. Будьте осторожны в обращении с огнем. Овну не следует давать обещаний, конфликтовать и нарушать закон. Иначе вам придется расплачиваться за все промахи по счетам. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вы входите в опасный период. Существует угроза серьезных промахов, падений, ударов и ожогов. Не исключены нарушения законности, клевета. Если не знаете, как поступать, твердо следуйте закону. Это поможет победить козни врагов. Любовный гороскоп на сегодня для Овнов. Для Овнов сегодня удачный день, чтобы закончить давно мучащее дело или конфликт. Также возможно, что вы сможете обойти препятствия, мешающие вам на продвижении к вашей цели. Вечером звезды советуют задуматься о будущем. Воскресенье – благоприятный день для новых начинаний. Они могут быть смелыми и оригинальными, не всегда понятными окружающим. Даже если окружающие вас не поддержат, вы сохраните веру в свои силы, и это поможет добиться успеха. Серьезных проблем не возникнет, обстоятельства в целом складываются удачно для вас. Важно лишь не отказываться от задуманного. Хотя найти общий язык с близкими удается не сразу, вы ведете себя тактично и деликатно, поэтому конфликтов не возникает. Чтобы наладить отношения с теми, кто вам дорог, нужно немного терпения и деликатности. Того и другого у вас достаточно. Личный гороскоп. В этот день вы сможете максимально проявить все свои интеллектуальные и духовные способности. Возможны встречи с друзьями, на которых вы будете блистать остроумием и красноречием. За что бы вы ни взялись, вас ожидает успех. Вот только не беритесь за то, что требует большого приложения физических сил. Звезды предупреждают о возможности травмы или расстройства здоровья. По возможности проведите вечер этого дня где-нибудь вне дома, в гостях у друзей, среди родственников. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Телец. Если сегодня Телец услышит в свой адрес нелицеприятную весть, то стоит сразу же взять себя в руки. Ваша агрессия и негативный настрой не помогут решить проблемы. Гороскоп советует Тельцу быть крайне осторожным и не давать воли эмоциям. Ведь неприятели только и ждут от вас бурной ответной реакции. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня вероятны такие обстоятельства, при которых Тельцам будет нелегко сохранять присутствие духа и олимпийское спокойствие. Но ваш недруг нанесет вред куда меньший, чем вам покажется в первую минуту. По-настоящему навредит не сама сплетня, а ваша ответная бурная реакция. Старайтесь держать себя в руках. В этом случае волна, поднятая недоброжелателем, спадет сама собой. Любовный гороскоп на сегодня для Тельцов. Тельцам сегодня представится возможность закончить какое-то дело, а если не закончить, то хотя бы узреть наиболее благоприятный путь развития. Однако звезды советуют все-таки сегодня не переусердствовать с оптимизмом и не начинать новых дел. Воскресенье – благоприятный плодотворный день. Вы не только сами отлично справляетесь с решением разнообразных задач, даже самых сложных, но и грамотно руководите другими, объединяете единомышленников и помогаете им достичь важных целей. Вероятен успех в коммерческой деятельности, не исключены выгодные сделки и покупки.
могут возникнуть разногласия со старшими родственниками. Их беспокоит ваша оригинальность, самостоятельность и независимость. Пройдет немного времени, и вы делом докажете, что способны на многое, и от напряженности в отношениях не останется и следа. Личный гороскоп. Возросшее обаяние женщин-близнецов позволит им преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. В этот день женщины смогут максимально проявить все свои интеллектуальные и духовные способности, только не стоит браться за то, что потребует большого физического напряжения. Мужчин-близнецов звезды предупреждают о возможности травмы или расстройства здоровья. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Близнецы. Сегодня окажется для близнецов отличным днем, полным радости, счастья и успехов. В личной жизни все будет складываться лучше, чем вы ожидали. Главное, что вы любимы и любите, а все остальное приложится. Вечер близнецам желательно провести в кругу семьи, общаясь с супругом и детьми. Гороскоп «Дом» на сегодня. День радости бытия, любви, гармонии в супружеских отношениях. В этот день можно ни о чем не тревожиться. Вы надолго запомните тихий вечер в домашней обстановке, проведенный в обществе близкого вам человека. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. Сегодня звезды советуют близнецам остановиться, передохнуть от прошлых проблем и проанализировать нынешнюю ситуацию. Не беритесь сразу за новое дело, разберитесь сначала со старыми. Возможно, вечером вы наконец найдете свою дорогу. Воскресенье день проходит довольно спокойно. Он не приносит важных событий, не ставит перед вами задач, требующих немедленного решения. Некоторые представители знака будут чувствовать себя слишком уставшими даже для того, чтобы заниматься текущими делами. Что же, сейчас можно восстановить силы. Желательно придерживаться разумного распорядка дня. Недосыпание и нездоровое питание сегодня сказываются на самочувствии особенно сильно. Велика вероятность, что встречи, запланированные на этот день, придется отменить или перенести. Переживать по этому поводу не стоит, в конце концов все сложится удачно. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Сегодня для раков будет важен разговор с каким-то весьма авторитетным человеком. Если вам интересен человек, дайте ему того, что он хочет, но только в пределах всех возможных правил и принципов. Не заводите разговор также о новых темах. К концу дня этот разговор принесет еще больше удовольствия. Личный гороскоп. Вероятно, улучшение финансового положения. Возможно, сделки, заключенные ранее, не сорвутся и принесут солидный доход. За что бы вы ни взялись, вас ожидает успех. Вот только не беритесь за то, что, как вам кажется, вы не сможете сделать. Если есть желание, проведите вечер этого дня где-нибудь вне дома, скажем, у друзей, которые в последнее время настойчиво приглашали к себе. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака «Рак». Внутренний потенциал рака превзойдет все ожидания. Море энергии и позитива отразятся не только на вашей жизни, но и кардинально повлияют на судьбу близких людей. Гороскоп не советует раку вступать в спор с коллегами. Наберитесь терпения, будьте сдержаннее и отпустите ситуацию на самотек. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня представители рака будут настроены активно тратить себя, свои ресурсы и средства. Они обладают безграничным терпением, искренне заинтересованы во всех делах, бедах, тревогах и радостях своих близких. Однако их дела могут пострадать из-за разрыва важных связей. Старайтесь избегать бесплодных споров, они могут повредить карьере и даже направить вас по ложному пути. Воскресенье день наверняка принесет много хорошего. Он отлично подходит для того, чтобы реализовать новые планы или добиться давно поставленных целей. В обоих случаях помогают настойчивость, целеустремленность и самодисциплина. Вы не позволяете себе лениться и бездельничать, стараетесь каждую минуту использовать с толком, это приносит свои плоды. Представители противоположного пола уделяют вам массу внимания. День подходит для кокетства и флирта, обещают новые романтические увлечения. А вот положат ли они начало серьезным отношениям, зависит только от вас. Личный гороскоп. Хороший день во всех отношениях. Ваша активность и деловитость будут отмечены начальством или партнерами по бизнесу. Хороший день для завершения дел, анализа пройденного пути,
общение с близким человеком. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Лев. У Льва будет такое ощущение, что все вокруг игнорируют его. Захочется срочно поднять авторитет в кругу коллег. Рекомендуется повысить уровень знаний, чтобы работа приносила не только моральное, но и материальное удовлетворение. Льву нужно срочно завершить прошлые дела. Гороскоп «Дом» на сегодня. Многие львы остро почувствуют нехватку информации и знаний. Возникнет ощущение недостатка собственного авторитета и влияния. Обстоятельства выявят ваши слабые стороны, продемонстрируют недоделки или просчеты. Вероятны споры с теми, от кого зависит финансовая сторона проектов. Ваша задача – найти золотую середину, то рациональное зерно, которое объединило бы ваши интересы с интересами ваших партнеров и начальства. Любовный гороскоп на сегодня для львов. С утра льву звезды советуют быть более спокойным и провести этот день в бытовой рутине. Вы должны оставить и силы, и эмоции к вечеру, когда, вероятнее всего, вас будет ждать неожиданная приятная встреча. Воскресенье день складывается не так хорошо, как хотелось бы. Не исключены мелкие трудности, недоразумения. Расстраиваться из-за происходящего не стоит, поскольку, во-первых, все проблемы не так уж серьезны, а во-вторых, ситуация вскоре изменится к лучшему. Придется потрудиться, чтобы сохранить ровные отношения с близкими. Часто вас будут понимать неправильно или предъявлять слишком высокие требования. Возможны незапланированные поездки. Они окажутся успешными, но отнимут немало времени и сил. Из-за этого какие-то интересные дела придется отложить. Личный гороскоп. Крайне неблагоприятный день – день обольщения, обмана, разгула темных страстей. Ваше финансовое положение несколько ухудшится. Возможно, вы потеряете ценную вещь или вернете старые долги. Существует вероятность пожара или острого конфликта с незнакомыми людьми. Проявите осторожность в общении с людьми. Не теряйте смелости и самообладания. Любовь покидает вас. От вас зависит, расстанетесь вы сейчас или немного позже. Разрыв почти неизбежен. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. Гороскоп рекомендует Деве заняться самообразованием. Возможно, что вы захотите поменять работу, поступить в вуз и освоить новую специальность. Все это пойдет Деве на пользу и поможет продвинуться вперед по карьерной лестнице. Без лишней скромности заявите о себе и своих нераскрытых талантах. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вероятно, сегодня вы убедитесь в том, что многие ваши таланты и способности пока не раскрыты. Вам предложат учебу, посещение курсов повышения квалификации. Избавьтесь от застенчивости и консерватизма. В противном случае вы потеряете возможность проявить себя как яркую личность. Любовный гороскоп на сегодня для Дев. Сегодня звезды советуют Девам закончить все незаконченные дела и поставить точки над «и» в личных связях. Вечером вас ждет нечто, что положит начало нового дела, вероятность удачного исхода которого велика. Воскресенье – сложный и важный день. Вам хочется многое изменить в своей жизни. Это желание может толкнуть на необдуманные поступки, неоправданный риск. Окружающим не всегда понятно, почему вы действуете так, а не иначе. Порой возникают разногласия, грозящие перейти в серьезный конфликт. Но врожденное дружелюбие помогает вам сохранить мир, а интуиция подсказывает, как сгладить острые углы. Нужна осторожность в финансовых делах, лучше не торопиться с покупками, особенно крупными. Сейчас вы склонны переоценивать свои возможности и рискуете остаться на мели. Личный гороскоп. Возросшее обаяние весов позволит им преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. Во второй половине дня, вероятно, плохое известие или ухудшение самочувствия. Простудные заболевания или обострение хронических заболеваний – признак неверно выбранного пути. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Весы. Этот день покажется весам долгим и утомительным. Особенно, когда придется в режиме аврала выполнять работу. Сегодня вам предстоит столкнуться с чрезвычайными ситуациями. Но преодолев трудности, весы поймут, что стали еще мудрее и выносливее. Радуйтесь всему, чем одарила судьба. Гороскоп «Дом» на сегодня. День тяжелый,
может быть столкновение с насилием, захватом, можно ввязаться в авантюру. Весам будет трудно устоять перед соблазнами. Чем тяжелее испытание на вашем пути, тем вернее направление к цели. Радуйтесь каждой победе. Любовный гороскоп на сегодня для весов. Звезды советуют весам сегодняшний день провести в бытовых и семейных делах. Займитесь уборкой, позаботьтесь о своем комфорте. До обеда не стоит наводить новые мосты, а вот вечером вы можете подумать о новых делах. Воскресенье день проходит спокойно, не принося волнений и серьезных проблем. Стоит обращать внимание на мелочи, они могут подсказать, как будут развиваться события дальше, помочь сделать правильные выводы и выработать верную стратегию. Особенно важно это для тех, кто планирует провести день в разъездах. Старайтесь не давать обещаний, не связывать себя финансовыми обязательствами. Чтобы все выполнить, потребуется больше усилий, чем вам кажется сейчас. Конфликты с близкими маловероятны, но порой отношения будут довольно напряженными. Личный гороскоп. Положительные тенденции второй половины предыдущего дня благоприятно скажутся на сегодняшнем дне. Вы забудете о беспокойстве и досадных мелочах. Если вы отбросите строгость и целиком расположитесь к близким людям, то будете вознаграждены. Цените настоящий момент и наслаждайтесь каждой приятной минутой. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Скорпион. Для Скорпиона сегодняшний день станет стартом для новых перспективных дел. Вы сможете наконец-то уладить отношения с родственниками, с которыми долгое время были в ссоре. Гороскоп не советует откладывать в долгий ящик дела, касающиеся наследства. Но подойдите к этому вопросу деликатнее. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня вам наверняка удастся изменить к лучшему свои любовные или семейные отношения. Состоится примирение поссорившихся родственников. Не исключено, что это примирение прекрасно отразится на благосостоянии скорпионов. Используйте благоприятное сочетание планет и навестите родственников. При этом вы сумеете решить давно назревшие семейные вопросы, уладить разногласия и споры о наследстве. Любовный гороскоп на сегодня для скорпионов. Скорпионы, все рабочие дела закончите с утра, поскольку потом они станут не так важны. К вечеру ваше внимание будет привлечено семейными и бытовыми делами. Позаботьтесь о внесении оригинальных изменений в свой быт, и вы будете удовлетворены. Воскресенье день будет довольно сложным. Чтобы осуществить задуманное, потребуется немало усилий. Вы не откажетесь от своих замыслов, но к вечеру почувствуете, что устали. Строя планы, учитывайте, что иногда даже вам требуется отдых. Чаще обычного возникают разногласия и споры, причем может быть трудно найти общий язык даже с теми, кого вы раньше понимали с полуслова. Бытовые проблемы могут казаться более серьезными, чем обычно. Решать их вам, скорее всего, придется в одиночку. Возможно, неожиданные известия, которые заставят поволноваться. Не принимайте никаких решений, пока не будете располагать полной информацией. Личный гороскоп. Некоторая разбросанность, желание успеть везде или решить все дела сразу могут привести к ошибкам или нервным перегрузкам. Вероятны плохие известия, которые застанут вас врасплох или заставят изменить намеченные планы. Регрессивное движение Меркурия отрицательно скажется на финансовых делах. Появятся неожиданные проблемы, которые могут затормозить все ваши начинания. Следует понизить деловую активность во избежание материальных потерь. Сон исполнится, если повторится через 3 дня. Выпадение зубов во сне или наяву – к потерям. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака «Стрелец». У стрельца-бизнесмена сегодня дела пойдут не очень успешно. Вам хотелось бы моментальной прибыли от капиталовложений, но ситуация сложится, увы, печально. Стрельцу лучше плыть по течению, а не противостоять проблемам. Со временем все образумится, а ваша карьера пойдет в гору. Гороскоп «Дом» на сегодня. Карьера и бизнес стрельцов находятся в неустойчивом состоянии. Если ваш бизнес и будет успешным, то за счет прошлогодних заказов. Не стоит ожидать улучшения финансового положения, успехов в профессиональном росте и завоевания авторитета. Будьте довольны тем, что имеете. Любовный гороскоп на сегодня для стрельцов. С утра вас, стрельцы, будут интересовать финансовые и карьерные вопросы.
вам придется быть профессиональным и практичным. К вечеру же материальная часть вашей жизни будет уже не так важна. Вечером звезды предупреждают: будьте благоразумны с самыми оригинальными идеями. Воскресенье – неплохой день. Он отлично подходит для того, чтобы завершить дела, начатые раньше. При этом стоит иметь в виду, что утро будет более удачным, чем вечер, поэтому лучше ничего не откладывать в долгий ящик. Возможны неожиданные визиты, незапланированные встречи с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Многие козероги получат удовольствие от общения с друзьями и старыми знакомыми. Эмоциональный фон дня благоприятен, вы пребываете в отличном настроении и охотно делитесь с окружающими позитивными эмоциями. Личный гороскоп. Существует вероятность пожара или острого конфликта с незнакомыми людьми. Следите за здоровьем, вероятно ухудшение самочувствия. Необходима осторожность, пост, воздержание. Нельзя сердиться, плакать. Лошадь во сне или наяву – дурной знак. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Кем бы ни работал Козерог, он сможет легко прийти к хорошему результату. Но трудиться следует не спустя рукава, а упорно и много. Гороскоп не рекомендует спешить с выводами и опираться только на собственное мнение. Действуйте активно, чтобы привлечь внимание высокопоставленных личностей. Гороскоп «Дом» на сегодня. Успех может ожидать козерогов в любой профессии, но звезды особенно благоволят к тем, кто проявляет себя добросовестным и трудолюбивым работником. Не стоит торопить события. Нужно пока оставаться в тени, не проявляясь явно, активно. Укрепляйте свой фундамент. Любовный гороскоп на сегодня для козерогов. В первой половине дня козероги будут заняты семейными и личными делами. Вы сможете поразмыслить над своими желаниями и вкусами. Возможно, вы перемените отношение к какой-то ситуации или делу и найдете их весьма благоприятными. Вечером стоит подумать о финансовых планах. В воскресенье будьте готовы отстаивать свои интересы, защищать то, чем дорожите. Ваши недоброжелатели сегодня действуют решительно и едва ли отступят после того, как вы первый раз дадите им отпор. Настойчивость и твердость помогут достичь успеха в важном деле. Можно положиться на проверенных союзников, они не подведут, даже если что-то пойдет совсем не так, как вы ожидали. Во второй половине дня будет шанс решить какие-то семейные проблемы, помочь близкому человеку. Это время подходит для дружеских встреч и романтических свиданий. Личный гороскоп. День включения космической энергии. Начинается период высокой гармонии ума, стремлений и чувств. Планеты помогают вам. Мощные процессы затронут личную жизнь многих водолеев. Вероятно, любовь, удовольствие, радость созидательного творчества и уверенность в собственных силах. Многим водолеям предначертана большая любовь, которая может привести к заключению брака. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. Водолею не следует посещать тренировки и перегружать организм. Иначе вы получите серьезные травмы и растяните связки. Остерегайтесь заболеваний, которые могут привести к осложнениям. Водолею нужно принимать витамины, укреплять иммунитет, а не заниматься самолечением. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вероятен перерасход энергии, влекущий за собой травмы. Не исключены резкие заболевания с высокой температурой. В течение всего января надо контролировать и дозировать физические нагрузки. Любовный гороскоп на сегодня для водолеев. Сегодня вам, водолеи, звезды советуют побыть в одиночестве, если не в полном, то хотя бы в частичном, подумать о своей жизни, привести в порядок мысли и быт. Приступать к реализации или планированию дел лучше к вечеру. Воскресенье – удачный день. Звезды на вашей стороне, и этим можно воспользоваться, чтобы довести до конца важное и сложное дело, которому вы отдали немало сил. Вы не только добиваетесь успехов, но и завоевываете уважение окружающих. Некоторые рыбы найдут новых союзников и покровителей. Вероятны денежные поступления. Может повезти и в любви. В первую очередь это относится к представителям знака, у которых в последнее время не просто складывались личные отношения. Возможно восстановление каких-то старых связей. Чувства вспыхнут с новой силой,
вас ждет немало романтических моментов. Личный гороскоп. Этот день символизирует внутреннюю свободу. Он удачен для любой работы и совершенствования. Успех будет сопутствовать наиболее спокойным рыбам, умеющим приспосабливаться к любым условиям жизни, сдерживать свои эмоции, желания и поступки. Но прежде всего, постарайтесь освободиться от зависимости. В первой половине дня успеху в делах может помешать излишняя суетливость. Во второй – апатия и лень. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака рыбы. Если в далеком прошлом у рыб были нерешенные проблемы, то сегодня они заявят о себе и создадут неприятности. Любые вопросы с финансами отложите на другой день. Гороскоп не советует рыбам переживать и терять бдительность. Если будете упорно трудиться, то быстро придете к успеху и благополучию. Гороскоп «Дом» на сегодня. Все финансовые инициативы могут затормозиться. Не исключается, что к вам вернутся проблемы, неразрешенные в прошлом. Не отчаивайтесь, когда дела пойдут совсем плохо. Настраивайтесь на планомерную работу в течение длительного периода. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. К концу дня рыбы найдут либо оригинального человека или коллектив, либо идею, либо мероприятие. Будьте нестандартны и нетривиальны. Однако и здравый смысл лучше не терять. Компромисс между оригинальным подходом и разумной логикой принесет дивиденды. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Отличного вам дня и до новых встреч!